إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Следующую главу из книги «Аль-Мутакат ас-Сахих» шейх Абдусалам ибн Барджас называет следующим образом. Говорит «Аль-Мутакат ас-Сахих» «Фи сахабати Расули Аллахи صلى الله عليه وسلم» «Правильное вероубеждение» относительно сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И автор, то есть, выделил эту главу для того, чтобы разъяснить, какое имеет вероубеждение ахли сунна валь джамаа в вопросах, связанных со сподвижниками пророка, саллаллаху алейхи вассалям, ва ради Аллаху анхум аджмаин. Шейх сказал, «Аль-Му'такаду ас-Сахих фи сахабати Расулиллахи, саллаллаху алейхи вассалям». Сахаба. Слово «ас-сахаба», то, что переводится как «сподвижники», это джама слова «сахаби», то есть «сахаби» — «сподвижник». Его множественное число «ас-сахаба» — «сподвижники». И ученые дают следующее определение. Говорят, «ас-сахаби» — «хуа ман лаки ан-набия саллаллаху алейхи вассаляма му'минан бихи, ва мата аля далик». Сподвижником считается тот, кто встретил посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, будучи верующим в него, или будучи уверовавшим в него, и умер на этом, то есть умер на этой вере. И некоторые говорят, добавляют, «Валяу тахаллалят сухбатаху риддатун, сумма раджа айлял ислам, фа инна тилька риддату ля туаффиру фи сухбатихи». И если во время как бы, того, как он был сподвижником, он проявил вероотступничество, то есть ридда, а затем снова вернулся в ислам, то это никак не влияет на его степень, то есть это никак не влияет на его сухба, то есть на его сподвижничество, если так можно сказать. То есть само определение звучит следующим образом. Сподвижник – это тот, кто встретил посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, будучи верующим в него, и умер на этом. Когда мы говорим «тот, кто встретил посланника, саллиллаху алейхи вассалям», а не говорим «тот, кто видел посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям», почему слово «встретил» здесь больше подходит, чем «видел»? Потому что из числа сподвижников были слепые, которые встретили посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, но не видели его по причине своей слепоты, по причине того, что Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, лишил их этой милости, милости зрения. Пусть Аллах поможет нам благодарить его за его милость. Из слепых сподвижников известный сподвижник, которого как звали? Да, Абдулла ибн Амр ибн Умми Мактум, который был муаззином пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Когда мы говорим, тот, кто встретил посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, будучи верующим. Для чего вот эта строчка в этом определении, будучи верующим? Потому что кто-то встретил посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, будучи неверующим. Затем расстался с ним и через какое-то время принял ислам. И после этого не видел посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Считается ли он сахаби, сподвижником? Нет, не считается сподвижником. Почему? Потому что мы говорим о определении. Тот, кто встретил пророка, саллаллаху алейхи вассалям, будучи верующим в него, и умер на этом. Когда мы говорим «умер на этом», что? Мы исключаем тех сподвижников, которые встретили посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, приняли ислам, а затем проявили вероотступничество, проявили ридда. Вышли из ислама, насаллаху алейхи вассалям. Далее автор говорит: «Ва мин акаиди ахли суннати валь джамаа махаббату асхаби Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям ва муалатухум ва тарадди анхум ва листигфари лахум ва ттанау алейхим». И из убеждений ахли сунна валь джамаа являются следующие вещи. Первое – это любовь по отношению к сподвижникам посланника Аллаха саллаллаху алейхи вассалям. Дружественное отношение к ним, довольство ими всеми, просьба о прощении за них и похвала в их адрес. Это все является признаками Ахли Сунна валь Джамаа. То есть Ахли Сунна валь Джамаа любят всех сподвижников пророка саллаллаху алейхи вассалям.
они дружественно к ним относятся, они довольны ими всеми, они просят за них прощения. И когда отзываются о них, отзываются только с хорошими, только с благими словами. Такую муамаля ведет Ахли Сунна по отношению к сподвижникам Пророка Саллаллаху алейхи ва саллям. Таковы взаимоотношения Ахли Сунна валь Джамаа с теми, о ком достоверно было утверждено, что он является сподвижником Пророка Саллаллаху алейхи ва саллям. И шейх упомянул вот этот момент для того, чтобы противоречить некоторым заблудшим течениям, которые отошли в этом вопросе. Такие течения, как Ар-Рафида, то есть Рафидиты, или Аль-Хавариджи, или Аль-Мутазиля, которые поносят сподвижников Пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и ругают их. Однако Ахли Сунна валь-Джамаа в этом вопросе отрекается от их пути и говорит то, что Ахли Сунна валь-Джамаа приближаются ко Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля посредством своей любви к ним, посредством хорошего отношения к ним, посредством своего довольства, просьбы о прощении за них и хороших отзывов за них. Далее шейх приводит доводы на эту акиду, то есть на что основывается эта акида, на что основывается вот такое убеждение, идеология приверженцев сунны, и приводит доводы. Первый довод, который приводит шейх, это сотый аят из суры Ат-Тауба, где Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля говорит: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. И первые, опередившие остальных, из числа мухаджиров и ансаров, и тех, кто последовал за ними наилучшим образом, или тех, кто строго за ними последовал. Доволен ими Аллах, и они довольны Аллахом. И приготовил им райские сады, под которыми текут реки, и они пребудут там вечно. Воистину, это великий успех, говорит Всевышний Аллах. Начинает аят со слов «Вассабикуна аль-ауалюн». И опередившие остальных первые. Первые опередившие остальных. Сподвижники Пророка, саллиллаху алейхи вассалям, были описаны таким качеством, потому что они опередили других в своем исламе. Это были первые люди, принявшие ислам, первые люди, которые последовали за пророком, саллиллаху алейхи вассалям, и опередили остальных. Поэтому Всевышний Аллах говорит, первые, опередившие остальных, из числа мухаджиров и ансаров. Мухаджиры – это те, кто переселился из Мекки в Медину. Так ведь? А ансары – это те, которые встретили мухаджиров и помогли им, чем могли. Об этом еще скажем. И далее Всевышний Аллах говорит, и те, которые строго за ними последовали. Ими доволен Аллах, и они довольны Аллах. Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля в этом аяте говорит, что доволен тремя категориями людей. Первое – это мухаджиры, второе – это ансары, и третье – это те, кто строго за ними последовал. Те, кто последовал за ними, би ихсан, то есть наилучшим образом. Что значит наилучшим образом? То есть, можно сказать, последовал за ними наилучшим образом, би ихсан, то есть с ихсаном, или строго за ними последовал, то есть не проявляя никаких чрезмерностей и не допуская никаких оплошностей и упущений. Понятно? То есть строго по пятам сподвижников шел. Без ифрата, без тафрита, без гулю, без джафа. Таким Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля уготовил для таких райские сады, под которыми текут реки, и они пребудут там вечно. И воистину это великое преуспевание. Автор говорит: «Фаради Аллаху Тааля ани сабикина мин гайри штираты ихсанин». И сказал Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля, то, что доволен первыми поколениями из числа сподвижников, не обусловил ихсаном, то есть наилучшим образом. «Валям ярда ани табиина илля ан яттабиухум би ихсан». Однако теми, кто за ними последовал, Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля будет доволен только тогда, если они последуют за ними би ихсан, наилучшим образом, или строго за ними последуют. То есть относительно них Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля поставил условие. То, чтобы вот это следование было строгим. Аллах Субханаху ва Тааля в этом аяте явно говорит о своем довольстве по отношению к сподвижникам. Говорит то, что вот эти первые поколения «Ради Аллаху анхум ва раду ан». Аллах ими доволен. Аллах ими уже доволен. И они довольны Всевышним Аллахом Субханаху ва Тааля. И мы спрашиваем, как же, субханаллах, после этих слов, когда Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля сам говорит, что доволен этими людьми, этим народом, первыми, опередившими остальных, как могут появиться люди,
и начать ругать их, начать хулить подвижников пророка, саллиллаху алейхи вассалям, как-то плохо относиться к ним или как-то обзываться в их адрес. И то есть это доходит даже до того, что делают такфир с подвижником пророка, саллиллаху алейхи вассалям, то есть называют их кафирами. И поэтому Ибн Кафир в своем тафсире, когда дошел до толкования этого аята, сказал следующие слова. «Фая вайля ман абгадахум, ау саббахум, ау абгада ау сабба ба'дахум, валя сийяма сайиду сахаба, ба'да Расулиллахи саллиллаху алейхи вассалям». Говорит, о горе же тому, кто ненавидит их или ругает их, или ненавидит и ругает некоторых из их числа. Тем более это касается господина всех сподвижников, или наилучшего из сподвижников, посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, лучшего из них и самого достойного из них, ас-сиддик-иль-акбар, самого правдивейшего, валь-халифа-таль-а'зам, самого великого наместника, Абу-Бакрин, ради Аллаху анху, Абу-Бакра, говорит, ради Аллаху анху, фа-инна-таифа-таль-махзуля, минар-рафида, ю'адуна афдаля сахаба, ва-юбгидунахум, ва-ясуббунахум, عياذا بالله من ذلك. И говорит, воистину есть ат-таифа аль-махзуля, то есть заброшенная, лишенная группа людей из числа рафида, рафидитов. Это одно из сильно отклонившихся течений в шиизме, шииты, рафидиты, которые юадуна авдаля сахаба, ненавидят или враждуют с наилучшим сподвижником, с наилучшим из числа подвижников, и ненавидят его, порочат его. Прибегаем ко Всевышнему Аллаху субханаху ва тааля от этого. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ عُقُولَهُمْ مَعْكُوسَ. То есть это указывает на то, что их разум перевернут. وَقُلُوبُهُمْ مَنْكُوسَ. И их сердца опрокинуты, то есть тоже перевернуты, это синонимы. فَأَيْنَ هَؤُلَاءِ مِنَ الْإِيمَانِ بِالْقُرْآنِ. Где же эти люди от веры в Священное Писание? Где же эти люди от веры в Коран? إِذْ يَسُبُّونَ مَنْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. В то время как они ругают тех, кем доволен Всевышний Аллах субханаху ва тааля. Это слова Ибн Кафира. И поэтому один из таких, как сказать, аллатаев, говорят, то есть из остроумных слов, то есть из таких хороших слов, с которых можно взять назидание, это слова Аш-Шааби, имама Аш-Шааби, табиина. Аш-Шааби Амир ибн Шарахиль, его звали. Он сказал следующие слова. Говорит, «Суилятиль Яхуду ман хайру ахли миллятику». Когда у иудеев спросили, кто является наилучшим из вашей общины, кто является наилучшими представителями вашей религии? На что они сказали, асхабу Муса, несомненно, то есть подвижники Мусы, алейхиссалям. Васу илятин насара, мэн хайру ахли миллятикум. А когда спросили христиан, кто является наилучшими людьми вашей религии, или кто является лучшими представителями христианства вашей религии, на что они сказали, колю асхабу Иса, то есть подвижники Исы, алейхиссалям. وَسُئِلَتِ الرَّافِضَ الشِّيعَ. И спросили у рафидитов, шиитов, لَعَنَهُمُ اللَّهُ مَنْ شَرُّ أَهْلِ مِلَّتِكُمْ. Скажите, а кто является наихудшими из числа представителей вашей религии? На что они сказали, أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَّلَّمُ. Это сподвижники пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассаляму. То есть каждая община считает сподвижников своего пророка лучшими людьми из их общины и признает это. Однако, как говорится, это правило «ля тамшима ар-рафида». К рафидитам почему-то не подходит. То есть рафидиты даже таким здоровым вещам, естественным вещам противоречат. Насаллаху алейхи вассалям. Аш-шахид, то, что мы видим из этого первого аята, который привел шейх, а это, напомню, сотый аят из суры Ат-Тауба, то, что Всевышний Аллах субханаху ва тааля в этом аяте хвалит сподвижников. Хвалит сподвижников первых из их числа мухаджиров и ансаров. То есть хвалебно отзывается о них, говорит то, что он ими доволен, то, что им уготовлены райские сады, и они пребудут там вечно, и они те, кто имеет великий успех. И поэтому даже ученые единогласны, братья, в таком вопросе, то, что сподвижники, они все благочестивы. С той стороны, то, что, помните, когда мы на одном уроке, мы с вами говорили про хадисы, про деление хадисов, какие условия есть у достоверных хадисов и так далее. И мы сказали, чтобы хадис считался достоверным, он должен соответствовать пяти условиям, так ведь? Кто напомнит мне? Первое это, чтобы хадис назывался... То есть мы изначально сказали, да, изначально сказали, хадисы бывают, скольки, пяти видов мы разделили, сказали, ас-сахих, аль-хасан, ад-даиф, аль-малдуа, так? Четыре, да? Чтобы хадис считался сахих, он должен соответствовать пяти условиям. Первое это какое, ты сказал?
Иттисаль ас-санад. Непрерывность цепочки передатчиков. Передатчики этого хадиса не должно быть между ними по 300, по 400 лет разницы. Нет, они должны видеть друг друга и передавать этот хадис. То есть, второе условие это аль-адаля, благочестивость передатчиков. Третье это добт. Добт это память, чтобы у каждого из звена цепочки передатчиков хадиса была хорошая память. Четвертое, адаму шузуз, чтобы не было противоречий в смысле хадиса. И последнее это адаму ль-илля, то есть отсутствие болезней в хадисе. Так вот, к чему я это напомнил? То, что ученые единогласны в том, что все сподвижники являются благочестивыми. То есть, если сподвижник передает какой-то хадис, вот это второе условие можно даже не смотреть. Второе условие как рудуля, благочестивость. Его даже не смотрят. Поэтому, как сказал Хафиз ибн Абдульбар, он сказал, «Хот куфина ан бахти ан ахвалихим». Мы избавлены от того, чтобы искать, каково положение было сподвижников, какой он был, благочестивый или плохой и так далее. Аллах Субхану избавил нас от этого. Поэтому иногда передается хадис. Говорится, от такого-то, от такой-то, передал такому-то, передал такому-то, передал такому-то, от одного из числа сподвижников. То есть неизвестно даже имя этого сподвижника, но известно, что это был сподвижник. И ученые считают этот хадис достоверным. Если все остальные звенья достоверны, этот хадис говорят, что он тоже достоверный. Почему? Потому что нет сомнений в адаля сподвижников, то есть благочестивости сподвижников. Следующий довод, который приводит шейх, доказательство этой основе, великой основе, из основ нашей религии, а тот, кто противоречит этой основе, он просто не из нашей религии. Аллах Субханаху ва Тааля говорит в суре Аль-Фатх, 18 аяте, «Лякат ради Аллаху аниль му'минин, ив юбайюнака тахта шаджара». И доволен Всевышний Аллах верующими, когда они присягали тебе под деревом. Доволен Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля верующими, под верующими имеется в виду сподвижники, когда они присягали тебе, то есть давали присягу под деревом. Имеется в виду присягу, которую дали сподвижники пророку, саллиллаху алейхи вассалям, суль Худайбия, год, когда был заключен Худайбийский договор. Это было в 6 году по хиджре. Когда посланник, саллиллаху алейхи вассалям, и его сподвижники вышли с намерением сделать умру, мушрики, курайшиты всячески пытались попрепятствовать им сделать умру. То есть не пускали их делать умру в Мекку. И то есть это длинная история. Кто хочет, вернется к урокам по Сире, послушает, иншаллах, это сульх аль-Худайбии, какой он был договор худайбийский. Важно что? То, что группа сподвижников, их, как передается, было около 1400 сподвижников, они дали присягу посланнику Аллаху, саллиллаху алейхи вассалям. Дали присягу. И Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля говорит об этом. «Лякат рады Аллаху аниль му'минин». И Аллах доволен верующими, «Ив юбайюнака тахта шаджара». В то время, когда они давали присягу под деревом. И эта присяга заключалась под деревом. То есть там дерево было. В местности Худайбии, недалеко от Мекки. Нет, это «Байату Ридуан» назывался. Договор Ридуан. И поэтому шейх говорит, то, что в данном аяте Аллах Субханаху ва Тааля заявляет о своем довольстве с подвижниками. И шейх говорит, «Ваман рады Аллаху анху, лям ясхат алейхи абадан». И тот, кем доволен Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля, никогда он не будет разгневан на него. «Васабата филь хадифи сахих». И поэтому также в достоверном хадисе передается «Аннаху, саллиллаху алейхи вассаляма, каль». То, что наш посланник, да благословит его Аллах, приветствует, сказал, «Ля ядхулю нара ахадун байя тахта шаджара». Не зайдет в огонь ни один из тех, кто дал присягу под деревом. Кто дал присягу под деревом. Что за присяга под деревом, ясно, да? Вкратце я вам скажу. Далее шейх продолжает перечислять аяты и говорит, وَذَكَرَ اللَّهُ الْمُهَاجِرِينَ وَوَصَفَهُمْ بِأَنَّهُمْ أَصَّدِقُونَ. И Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля упоминает мухаджиров и описывает их тем, что они являются ас-садикун, правдивейшими. В 8 аяте суры Аль-Хашр. Аллах Субханаху ва Тааля говорит, للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. Говорит, для бедных из числа мухаджиров, которые оставили свои дома, были выдворены из своих домов и лишены имущества, и вышли они يبتغون فضلا من الله, желая только довольства Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, желая милости Всевышнего Аллаха и его довольства. И помогают они Всевышнему Аллаху и его посланнику «Уляйка хуму ссадикун». Воистину, они являются правдивыми. То есть, подвижники, когда покинули свои дома, сподвижники мухаджиры, когда покинули свои дома, делали хиджру в Медину,
оставили свои имущества, оставили свои дома, кто-то оставил даже своих детей с целью сохранить акиду, сохранить свою религию. И они не желали ничего, кроме милости Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, его довольства, не преследовали никаких мирских целей, как это вот в первом хадисе, да? «Мен кана хиджратуху иля Аллахи ва расулихи, фа хиджратуху иля Аллахи ва расулихи». Тот, кто совершил переселение к Аллаху и посланнику, тот переселился к Аллаху и посланнику. В следующем аяте этой же суры, в 9 аяте суры Аль-Хашр, Всевышний Аллах говорит, то есть автор говорит, «Фумма дакар аль-ансар», затем Всевышний Аллах упоминает ансаров и говорит, والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. А те же, которые жили в Медине, или те, которые пребывали в доме и уверовали раньше них, любят тех, кто переселился к ним. Любят тех, кто переселился к ним. Это про ансаров имеется в виду. И не находят они в своих сердцах нужды в том, что было им даровано, или не находят они в своих сердцах зависти по отношению к тому, что оказано мухаджирам. Та степень, которая была дарована мухаджирам, не была дарована ансарам. Но ансары, то есть, не находят зависти в этом по отношению к ним. Фируна аля анфусихим, и отдают предпочтение им перед самими собой. Валяукяна бихим хасаса, даже если они сами нуждаются. Поэтому, как передается, когда мухаджиры переселились в Медину, многие из ансаров, из мединцев, которые встретили их, всячески помогали им. То есть даже если сами нуждались, половину своего имущества отдавали им. А тот же, кто уберегся от алчности своей души или от жадности самого себя, такие люди действительно преуспевшие люди. ثم ذكر تعالى حال المؤمنين من بعدهم من الذين اتبعوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحسان. Затем в 10 аяте, в следующем аяте этой же суры, сура Аль-Хашр, Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля упоминает положение верующих, тех верующих, которые шли после сподвижников, но последовали за сподвижниками посланника Аллаха алейхи саляту вассалям наилучшим образом или строго последовали за сподвижниками. И Аллах Субханаху ва Тааля говорит: وَالَّذِينَ جَاءُ مِنْ بَعْدِهِمْ. А те же, кто пришел после них, يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ. Они говорят: «О наш Господь, прости нам и нашим братьям, которые опередили нас в вере». А кто самый первый, кто опередил нас в вере, наши братья? Сподвижники Пророка, саллиллаху алейхи вассалям, так ведь? وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. И не делай в наших сердцах ненависти, злобы по отношению к тем, которые уверовали. Раббана иннака рауфур рахим. О наш Господь, воистину ты сострадательный, милостливый. И поэтому, как говорит Айша относительно вот этих сект, которые ругают сподвижников, она говорит: умиру ан ястагфиру лякум фасаббухум. Вот это хадитель Ая. То есть Айша сказала, им было велено просить за них прощения, а они начали ругать их. И прочитала вот этот аят. وَالَّذِينَ جَاءُ مِنْ بَعْدِهِمْ. Те же, которые пришли после них, говорят: «О наш Господь, прости нам и нашим братьям, которые опередили нас в вере, и не делай в наших сердцах злобы по отношению к ним. О наш Господь, воистину ты сострадательный, милостивый». И как говорят некоторые ученые, Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля в этом аяте, в этих аятах, в этих трех аятах, которые подряд идут в суре Хашр, разделил людей на три категории. Разделил на три категории. Две из них непостижимы, то есть для нас. Сказал то, что первые, кого упомянул в первом аяте? Мухаджиров. Во втором? Ансаров. В третьем? Те, кто пошел за ними и строго за ними последовал, так ведь? Что касается мухаджиров, ими мы быть уже не можем. Что касается ансаров, ими тоже. Остается третья группа, чтобы быть под довольством Всевышнего Аллаха, это те, кто строго последовал за мухаджирами и ансарами. Понимал религию так, как понимали мухаджиры и ансары, и практиковал эту религию так, как практиковали ее мухаджиры и ансары. Поэтому очень люблю фразу Саид ибн Джубейра от Табиина, который сказал: «Ма лям яриф куль бадриюн фалейс мин ад-дин». То, что не знали участники битвы Бадр, это не из религии. Религия понимается только так, как они понимали. Исповедуется только так, как они исповедовали, так, как они практиковали эту религию. Поэтому любой вопрос, который в религии возникает, может спросить человека: знали ли об этом участники битвы Бадр? Вот так и спроси. Вот Маулид. Скажи, знали ли участники битвы Бадр, которые участвовали в Бадр, что маулид надо справлять? Скажи, нет.
Вот скажем, «Малям яарифху аль-бадриюн фалейса мин ад-дин». То, чего не знали участники битвы Бадр, это не из религии. И на любое действие, на которое нет довода, можно задавать такой вопрос. Следующий довод, который приводит шейх из сура Аль-Фатх. Слова Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля: «Мухаммадун Расулюллах». Последний аят это, сура Аль-Фатх. «Мухаммад – посланник Аллаха». «Валлядина маагу ашиддау аляль куффари рухамау бейнахум». Те же, которые вместе с ним. А кто вместе с ним? Сподвижники его, так ведь? «Ашиддау аляль куффар». Суровый по отношению к неверующим. «Рухама убейнахум». Однако милостливы между собой. «Тарохум руккаан суджадан». «Ябтагуна фадлян мин Аллахи варидуанан». Ты видишь их, что они совершают поясные, земные поклоны, желая милости от Всевышнего Аллаха и его довольства. «Симахум фи уджухихим мин атари суджуд». Их признаки – это следы земных поклонов на их лицах. «Залика мэталюхум фит Таура». Это их описание в Таурате. Это их пример в Таурате. После того, как Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля сказал, упомянул сподвижников и упомянул, какими они были, то есть какое старание они проявляли в поклонении, то есть говорит Аллах Субханаху ва Тааля, говорит, ты увидишь их, то есть их описание, то, что ты, если на них посмотришь, увидишь их в поясных земных поклонах, желая милости от Всевышнего Аллаха и довольства. Их признаки – это следы земных поклонов на их лицах. Далее говорит, «Далике мэталюхум фит Таура». Это их пример в Таурате. То есть сподвижники пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, были упомянуты с хвалой даже в писаниях, в предыдущих писаниях, таких как Таурат, также в Инджиле, потому что Всевышний Аллах продолжает аят, говорит, «Уамэталюхум фил Инджиль». А их пример или их описание в Инджиле, «Кэзарин ахраджа шат аху». فَآذَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ. То есть Аллах Субханаху ва Тааля говорит, их же пример в Инджиле, описывая их в Инджиле, говорит, что они подобны посеву, на котором вырос росток, который со временем окреп, فَاسْتَغْلَظَ, то есть стал уже твердым, فَاسْتَوَى, возвысился на своем стебле, и возвысился на своем стебле. То есть, чтобы ясно было, Аллах Субханаху ва Тааля в Инджиле, приводя пример с подвижником пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, приводит его зернышком, которое посеяли, выпали на него дожди, это зерно что дает росток? Слабый росточек, так ведь маленький, который на ветру шатается еще. Затем этот росток крепнет. Аллах Субханаху ва Тааля говорит, фа-азарху, и укрепил его, фа-стагляза, и стал он крепким, то есть толстым уже его ствол стал, фа-става аля суках, и возвысился на своем стебле. Такой пример сподвижников. И ученые говорят, потому что сподвижники точно так же, когда только-только приняли ислам, первая группа сподвижников Абу Бакр и так далее, приняли ислам, их положение было таким слабым, их было очень мало, так слабо, мучили их и так далее. Однако затем, через какое-то время, Аллах Субханаху ва Тааля даровал им силу, что даже их враги начинали, то есть начали бояться их. Так точно так же, как вот этот маленький посев, который, когда только-только из земли выходит, слабенький, то есть шатается на ветру, так ведь лишний раз тронешь его, вырвешь. Однако затем что? Становится крепким, большим. И поэтому Аллах Субханаху ва Тааля продолжает говорить, «Юджибу зурраа», который восхищает сеятелей. То есть удивляются те, кто его посеял. То есть каким стал вот этот маленький росточек. «Лиагида бихимуль куффар». Для чего? Для того, чтобы привести в ярость неверующих. Или для того, чтобы позлить неверующих. Потому что неверующих злит вот эта сила сподвижников. Сила ислама. Те, кто не любит ислам, злятся, приходят в ярость от этого. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. И обещал Всевышний Аллах тем, которые уверовали и творили благие деяния из них, то, что им будет прощение и великая награда. И поэтому имам Малик, опираясь на этот аят, говорил относительно того, тот, кто приходит в ярость с упоминанием сподвижников, или тот, кто злится, когда упоминаются сподвижники, то, что эти люди считаются неверующими. Делал такфир таким людям. И поэтому шейх приводит, автор книги приводит слова имама Малика и говорит, «Каля имаму Маликун, рахимахуллах». И сказал имам Малик, да помилует его Аллах, «Ман асбаха минан наси фи кальбихи гайдун аля ахадин мин асхаби Расулиллахи саллиллаху алейхи вассалям факад асабатхуль ая». Тот же из людей, в чьем сердце есть гнев по отношению к сподвижникам пророка, саллиллаху алейхи вассалям, именно его касается этот аят. Какой аят? Слава Всевышнего Аллаха. Для того, чтобы разгневать неверующих.
Видите, для того, чтобы разгневать кого? Неверующих. Поэтому, исходя из этого аята, имам Малик приносит такое решение относительно них. И такое же решение относительно шиитов, рафидитов, которые гневаются и, более того, вносят такфир, называют неверующими большинство сподвижников пророка, саллиллаху алейхи вассаляма. Также Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля говорит в суре Аль-Анфаль, 54-м аяте, «Валлядина аману, ва хаджару, ва джахаду фи сабили Ллахи, валлядина аавау, ва насару, уляйка хумуль муминуна хакка, лахум магфиратун ва рискун карим». Те же, которые уверовали и совершили переселение, и усердствовали на пути Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, первый, кто совершил переселение и усердствовал на пути Всевышнего Аллаха, мухаджир, и те, которые дали им убежище и помогли, это ансары имеется в виду, так ведь? Уляйка хумуль муминуна хакка. Вот эти действительно истинные верующие, говорит Всевышний Аллах. Вот эти люди, уляйка хумуль муминуна хаккан. Вот эти люди, истинно верующие люди. Ляхум магфиратун ва рискун карим. Именно им прощение и щедрый удел. Когда Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля говорит, именно они являются истинными верующими, а рафидиты говорят, что именно они являются неверующими. Далее, после того, как мы узнали достоинство сподвижников, в общем, над остальными людьми, мы должны знать о том, что у некоторых из числа сподвижников есть большее достоинство над другими из числа сподвижников. То есть даже если все они сподвижники, то есть у них у самих тоже есть что? Ат-тафадуль называется. То есть ат-тафадуль сахаба. То есть превосходство сахабов одних над другими. Вакаля та'аля. Сказал Всевышний Аллах. Фи сахабати мубайинан фадилата ман анфака мин кабли л-фатхи ва хуа сульху л-худайбийя ва каталь аля ман анфака мин ба'ду ва каталь. Шейх говорит. И сказал Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля в суре Аль-Хадид, в 10 аяте, относительно сподвижников, разъясняя, что достоинство тех, которые расходовали и сражались до фатха, до открытия, больше, чем те, которые расходовали и сражались после фатха, после открытия, сказал, однако вакуллян миналь мунфикина, кабля аль-фатхи ва ба'даху ва'ада Аллаху аль-джанна. Несмотря на то, что обоим этим группам из тех, кто расходовал, будь то это до фатха, почему говорю фатха, сейчас поймете, или после фатха, после открытия, обоим этим группам Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля пообещал рай, доказательство приводит аят, где Всевышний Аллах говорит «Ля ястави минкум ман анфака мин кабли л-фатхи ва катиль». Не сравнится тот, кто расходовал до Худайбийского договора, «Уляйка азаму дараджатан мин аль-ладина анфаку мин ба'ду ва каталю». Они больше своей степенью, чем те, которые расходовали и сражались после этого, после Худайбийского договора. «Ва куллян ва'ада Аллаху л-хусна». Однако каждый из этих групп Всевышний Аллах пообещал наилучшее. Наилучшее что? Рай. «Валлаху бима та'малюна хабир». Аллах сведущий относительно того, что вы совершаете. Слово «фатх» в этом аяте. И в подобных аятах, как, допустим, слова Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, «Инна фатахна ляка фатхан мубина», «Воистину мы открыли тебе явным открытием». Слово «фатх» — это как открытие или как победа. Однако здесь шейх сделал небольшое примечание. Сказал, те, которые расходовали и сражались до победы, до открытия, до фатха. Что имеется в виду, я вас спрошу, что имеется в виду под открытием, под фатхом? Договор. Почему договор? Кто сказал? Ты сам сказал. Почему договор? В основе многие-многие думают, и многие переводчики переводят, когда говорят то, что фатх имеет в виду фатх Мекки, открытие Мекки. Многие так думают. Я знаю, если бы я не сказал договор, все бы сказали открытие Мекки. Просто я предварительно приготовил вас и сказал. И вот автор тоже говорит, под фатхом, под открытием, под победой имеется в виду договор. Худайбийский договор, вот это перемирие, которое они заключили. Почему? Что является доказательством этого? Доказательством этого служат слова, которые приводит имам Бухари в своем старом сборнике от Бара, сподвижника Бара ибн Азиба, рада Аллаху анху. Он сказал, «Таудуна антум аль-фатха фатха Мекка, ва кад кана фатху Мекка фатха, ва нахну наудду аль-фатха байат ар-ридуан, яум аль-худайбия». Говорит, вы считаете фатх открытие, открытие Мекки. Вы думаете, что под открытием имеется в виду открытие Мекки, когда то есть зашли в Мекку, одержали победу пророка, саллаллаху алейхи ва саллям.
Это, говорит, так и есть. Действительно, открытие Мекки – это открытие. Однако мы считали, фатхам – это байату ридван. Та присяга, которую мы дали пророку, саллаллаху алейхи вассалям, под дерево. Явм аль-Худайбия. В день Худайбии. В день, то есть, вот этого Худайбийского перемирия. Почему сахабы так считали? Потому что именно то, что они заключили этот договор, это готовило их к чему? К открытию Мекки. Это послужило причиной победы, по причине которой они потом открыли Мекку. Как? Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, заключил с курайшитами, с неверующими курайшитами договор о том, что на протяжении 10 лет они не будут вести никаких военных действий с друг с другом. Так ведь? Да, там, то есть, были другие тоже условия и так далее. То есть, что внешне показалось подвижникам вообще, то есть, не в их сторону. Как Умар сказал, что... Умар, рада Аллаху анху, то есть, вообще не понял. То есть, почему-то сказал, «Алясна аляль хак, разве мы не на истине? Алейсу аляль батыль, разве они не на заблуждении? Почему мы такие эти даем? Уступки на такие идем». Однако что? Абу Бакр ему что сказал? «Хаза Расулюллах». Сказал, это посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. «Делай, что он велит, и все». Не следуй своим эмоциям, не смотри, что тебе кажется, не смотри, что тебе новости показывают. Не верь этому всему. Это Расулюллах, это посланник Аллаха. Делай, что он говорит. Велел слушаться, слушайся. Да, тебе кажется, он вообще... То есть так не должно быть, это противоречит всем основам. Но это посланник Аллаха. И что? Хорошо. Результат известен. То есть важно, что для нас сейчас. Это отдельная тема из Манхаджа. То, что они заключили договор, что на протяжении 10 лет не будут что? Воевать. К чему это? Какие последствия из этого были? То, что сподвижники, им уже не нужно было заниматься этим. То есть они уже не думали о военных делах. Они что? Занялись дохватом. И начали призывать людей ко Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля. Когда заключали договор, при этом договоре участвовало около 1400 человек. Это было в Зуль-Кеда, в 6 году по хиджре. Однако через 2 года, в месяц Рамадан, в 8 году по хиджре, когда был Фатху Мекка, когда открыли Мекку, сколько было их? Около 10 тысяч сподвижников. За 2 года почти в 10 раз количество сподвижников увеличилось. Победа или не победа? Победа, субханаллах. Это Расулюллах. Потому что это посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. И нужно делать то, что он говорит, а не смотреть на эмоции, то есть не вести за своими эмоциями. Чему это сказали? То, что понимание сподвижников под фатхом это был что? Вот этот договор, который они заключили. Или присягу, которую они дали посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Шейх для чего привел этот аят? В этом аяте указание на то, что те, кто принял ислам до присяги, те, кто принял ислам до фатха, лучше и выше своей степени, чем те, которые приняли ислам после вот этого договора, после сульх аль-Худайбии. Потому что мы с вами начали о чем говорить, что сподвижники у них, то есть у них тоже одни сподвижники лучше других, одни сподвижники лучше других, да, разной степени. Далее шейх приводит довод, который указывает на запрет ругать сподвижников пророка, саллиллаху алейхи вассалям, абсолютно всех. И говорит, وَفِ صَحِحَيْنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالِ От Абу Саида аль-Худри в обоих достоверных сборниках передается то, что он сказал, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, لَا تَصُبُّ أَصْحَابِ وَفِي لَفْضٍ لِلْمُسْلِمْ لَا تَصُبُّ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ В Бухари говорит, не ругайте моих сподвижников. В Сахих Муслим приводится ривая, то, что он говорит, не ругайте никого из моих сподвижников, ни одного из них. فَلَوْ أَنَّ أَحَدًا أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيبَهُ Если один из вас даст садака или даст пожертвование, сделает милостыню величиной с гору Ухуд, кто в Умре Хаджи был, увидел гору Ухуд, да? Никогда это не сравнится с садака, с подвижников, даже если они его дадут всего лишь муд. Муд, то есть вот две ладони вместе, если сжать, вот это муд называется, превышение, две превышения. И даже половина его, говорят, то есть даже если половину его дадут, все равно не сравнится, то есть по причине их достоинства. Вальмуддо рубруса. И шейх говорит, муд это рубруса, это четверть са. Са, известная, то есть меру араба са, как раз таки четыре мудда. وَالنَّصِيفُ نِصْفُ الْمُدِّ А насыф, как в хадисе валя насыфа пришло, это половина мудда. То есть даже если вот одну пригоршню даст, все равно их награды, они будут больше, чем тот, кто даст величину с гору Ухуд золота. وَالْمَعْنَ مَا بَلَغَ هَذَا الْقَدْرَ الْيَسِيرُ مِنْ فَضْلِهِمْ وَلَا نَصِيفَ Смысл хадиса в том, что
это не достигнет своей степени, то есть даже если они малое количество садок отдадут, ваше огромное количество садок не достигнет степени их садок. Далее шейх приводит хадис, также который приводится в сборниках имам Бухари и Муслима, о том, что сам посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, засвидетельствовал о том, что сподвижники это наилучшее поколение. И как говорит автор, «Вафис сахихайни айдан ан Имрана бни Хусайн, рады Аллаху анху, анна набия саллиллаху алейхи вассалям каал». От Имрана ибн Хусейна этот хадис приводится в обоих достоверных сборниках о том, что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал «Хайру наси карни» – «Лучшие люди – это мое поколение». «Сумма лядина ялюнаху» – «Сумма лядина ялюнаху» – «Затем те, которые идут после них» – «Затем те, которые идут после них». «Каля Имран» – и в передаче хадиса, то есть Имран ибн Хусейн сказал «Ля адри адакара ба'да карнихи карнейн ал-таляса» – «И я не знаю, упомянул он после своего поколения» два или три. То есть сказал «Сумма лядина ялюнахум, сумма лядина ялюнахум». Или же сказал «Сумма лядина ялюнахум, сумма лядина ялюнахум, сумма лядина ялюнахум». «Сумма инна ба'дахум кауман». Сказал «Однако затем будут люди». И описал их следующим образом. «Яшхадуна валяяста шхадун». Сказал, которые будут свидетельствовать до того, как их попросили засвидетельствовать. То есть легко будут к этому относиться. «Ваяхунуна валяю таманун» – будут предавать и не будет, то есть, ну, нельзя будет им доверять. «Ваянзуруна валяю фун» – будут давать обещания, не будут их исполнять. «Ваязхару фихиму симан» – и будет проявляться в них полнота, то есть толстые будут. И, как говорят ученые, то есть вот эти все признаки, то, что они будут свидетельствовать раньше того, как их попросят засвидетельствовать, будут предавать, и нельзя будет им довериться, будут обещать, и не будут сдерживать обещания и так далее, то, что проявится в них полнота, это все указывает на то, что люди устремятся к дуни. То есть отличительным признаком сподвижников было то, что они стремились к ахирату, к той жизни. Все их дела, то есть они взвешивали в соответствии с тем, принесут ли им эти дела пользу в ахирате или нет. И то есть относились очень небрежно, с беспечностью к этой дуни. Однако те, кто после них пойдут, они что? Погонятся за этой дуней. Также в доказательство достоинства ансаров шейх приводит хадис. Говорит «Вафихима». Так переводится «Вафихима». В них обоих. И в них обоих. В чем у них обоих? В обоих достоверных сборниках «Ан Анасин» «Рады Аллаху Анху». Хадис от Анаса ибн Малика. «Да будет доволен им Аллах». «Анна Набия саллиллаху алейхи вассаляма каль». О том, что посланник Аллаха саллиллаху алейхи вассаляма сказал «Аятуль имани хуббуль ансар, ва аятуль нифаки бугдуль ансар». Признаком веры является любовь по отношению к ансарам. И признаком лицемерия является ненависть по отношению к ансарам. И действительно, вот слово «ансар» даже, если взять «ансар», это джама слова «насыр», «помощник». Почему их так назвали ансары? Потому что они помогли посланнику Аллаху, помогли мухаджирам, помогли религии Всевышнего Аллаху. И тот, кто не любит таких людей, которые помогают религии Всевышнего Аллаха, или более того, ненавидит их, не может описан быть верой. Не может быть описан ничем, кроме лицемерия. Также фихима. «Вафихима ан Бара ибн Азиб». Хадис также от Бара ибн Азиба, рады Аллаху анху, о том, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал относительно ансаров «Ля юхиббухум илля му'мин, ва ля юбгидухум илля мунафик». «Любит их только верующий». И ненавидит их только мунафик. «Ман ахаббахум ахаббахуллах». И тот, кто их любит, полюбит его Аллах. «Ва ман абгадахум абгадахуллах». А тот, кто ненавидит их, возненавидит его Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля. И просим Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля, чтобы он полюбил нас по причине нашей любви к его сподвижникам, рады Аллаху анхум аджмаин. И просим засвидетельствовать, что действительно мы любим сподвижников пророка, саллиллаху алейхи вассалям. «Ва фи сахихи муслим». В достоверном сборнике Муслима «Анаби Хурайрата» от сподвижника Абу Хурайры «Вамин хадиси Аби Саид» также от Абу Саида Аль-Худри «Рады Аллаху Анхума» «Да будет ими обоими доволен Аллах» «Анна Набия Саллиллаху Алейхи Вассалям каль» «То, что Пророк Саллиллаху Алейхи Вассалям также сказал» «Ля юбгидуль ансара раджулун амана билляхи валь яумиль ахир» «Не проявляет ненависти к ансарам человек, который верует в Аллаха и в судный день». Человек, который верует в Аллаха и в судный день, никогда не будет проявлять ненависти к ансарам. Доказательство мафумуль мухалифа, есть же доказательство от обратного. То, что тот, кто проявляет ненависть к ансарам, значит, он не верует в Аллаха и в судный день.
Фадлю ахли Бадр. Достоинство участников битвы Бадр. Вафи сахихейн. Также в двух достоверных сборниках. Фи хадисе Али ибн Аби Талиб. В хадисе от Али ибн Аби Талиба. Рады Аллаху анху. Да будет доволен им Аллах. Передается о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал фи киссати Хатиб ибн Аби Бальта'а. В истории Хатиба ибн Аби Бальта'а. Кто эту историю знает? Однажды один из подвижников, которого звали Хатиб ибн Аби Бальта'а, отправил мушрикам через одну женщину сообщение, послание о том, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, хочет напасть на них. И Хатиб ибн Аби Бальта'а скрыто от всех сподвижников через одну женщину направил им письмо, то, что на вас пророк, саллиллаху алейхи вассалям, хочет напасть. Да. Для чего? Потому что побоялся, сказал, у вас у всех есть покровители какие-то. Однако у меня никаких покровителей нет, поэтому я думал, что если я сейчас помогу мушрикам в этом деле, помогу им в этом, пошлю это послание, то они как-нибудь ко мне снисходительно отнесутся. И поэтому это сделал, потом объясняюсь уже, сказал. Однако что? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, конечно же, узнал об этом. Аллах субхана ва тааля повестил его и послал двух сподвижников за этой женщиной. Они поймали ее, забрали у нее это письмо и так далее. Привели Хатиба к пророку, саллаллаху алейхи вассалям. На что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, что сказал? Я Хатиб, ма хамалака аля хаза. О, Хатиб, что тебя побудило это сделать? Почему ты это сделал? Он объяснил свою причину. И Умар сказал, сказал посланник Аллаха, позволь, я отрублю ему голову. Поэтому ему нафиг, да, сказал. О, посланник Аллаха, то есть, скорее всего, он лицемер, давай я отрублю ему голову. Однако посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сначала что? Никогда не спешил с такфиром, никогда не спешил выносить хокм. Узнал, почему он это сделал. Когда сподвижник оправдался, на что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Иннаху кад шахида Бадран». Воистину, он был участником битвы Бадр. Хатиб ибн Аби Бальта'а был участником битвы Бадр. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ اِطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اِعْمَلُ مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ. Сказал, откуда тебе знать, Умар? Возможно, Аллах Субханаху ва Тааля посмотрел на участников битвы Бадр и сказал, делайте, что пожелаете. Воистину, я уже простил его. То есть, Хатиб ибн Аби Бальта'а был участником битвы Бадр. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, поэтому сказал такие слова. Откуда ты знаешь, Умар? То есть не спеши с выводами. Возможно, Аллах субханаху ва тааля на них посмотрел, сказал, делайте, что хотите, вам уже прощено. Вам уже прощено. То есть то, что сделал Хатиб ибн Аби Бальта'а, это был грех. Это не было куфром, это был грех. У него, помимо этого греха, были также хорошие деяния. Такие деяния, как участие в битве Бадр, так ведь? И поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, ответил таким образом ему. И относительно этой истории как раз таки были ниспосланы первые аяты суры Аль-Мумтахана. Где Всевышний Аллах говорит, «Я юхалладина аману ля таттахиду адуи ва адуакум аулия». Вот те, которые уверовали, не берите моего врага и вашего врага себе друзьями, только на иляхим биль мавадда, обращаясь к ним с любовью и так далее. То, что побудило Умара, то есть сказать такие слова, да, я отрублю ему голову и так далее, что он подумал, то, что он полюбил этих мушриков, то, что этот сподвижник захотел помочь им, чтобы оказать помощь их религии и так далее. И поэтому, то есть, он так сурово отнесся. Однако посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, что? Разузнал сначала. Почему? В чем причина? Действительно, ты хотел помочь им, чтобы помочь их куфру, их неверию, их религии? Или ты преследовал какие-то другие цели? И когда он объяснился, то, что он преследовал что? Мирские цели обычные. Сожалению, да, из-за дуни, то, что из-за дуни. Он последовал, не хотел помочь их религии, никак не хотел, чтобы куфр возвысился над исламом. То есть стало ясно, то, что это не куфр, а грех. А грех. И поэтому пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал такие слова. Тайп. Далее автор приводит хадис, в котором, опять же, указание на достоинство тех, кто дал присягу, байату ридуан, дал присягу пророку саллаллаху алейхи вассалям под деревом. И говорит, «Ва фи сахихи муслим, ан Джабир ибн Абдилля, ради Аллаху анхума, каль». В достоверном сборнике имама Муслима от Джабира ибн Абдилля передается то, что он сказал. «Ахбаратни умму мубаширин, аннаха самиати Набия саллаллаху алейхи вассаляма якуль, инда хафса, ла ядхулю нара инша Аллаху мин асхаби шаджарати ахадун, аллазина баяу тахтаха». Сказал, передается от умму мубашир. То, что она слышала, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал перед Хафсой, не зайдет в огонь, иншаллах, никто из тех, кто дал присягу под деревом. Не зайдет в огонь никто из подвижников, которые дали присягу под деревом. وَكَانَ عَدَدُهُمْ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفٍ وَأَرْبَعْمِيَةٍ. И было их число больше, чем 1400. وَمِنْ جُمْلَتِهِمْ. И из них были такие сподвижники, как Абу Бакр, Умар,
Усман ва Али и Али. Тартибу сахабати фил фадль. То есть, если после того, как ты узнал то, что сподвижники, у них у каждого свое достоинство, каждый занимает свое положение, а каков порядок этого положения? То есть, как идут по порядку сподвижники перед своим достоинством перед Всевышним Аллахом Субханаху ва Тааля? И говорит автор: ويعتقد أهل السنة أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق. И убеждены Ахли Сунна валь Джамаа, то, что наилучший человек в этой общине после ее пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, это Абу Бакр ас-Сиддик. Сумма Умар аль-Фарук. Затем Умар аль-Фарук. Ва хаза иджмау мин ас-сахабати ват-табиин. И в этом единогласны все сподвижники и последователи. То, что самый лучший это Абу Бакр, самый после него это Умар. وَلَمْ يَخْتَلِفْ فِيهِ أَحَدٌ مِنْهُمْ. И никто не из числа сподвижников, не из числа табиинов в этом не разногласен. وَقَدْ تَوَاتَرَ النَّقْلُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبَ رضي الله عنه أَنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أَبُو بَكْرَ ثُمَّ عُمَرَ. И очень много передается от правителя правоверного Али ибн Аби Талиба, ради Аллаху Анху, то, что он сказал, наилучшие в этой общине после ее посланника, после ее пророка, это Абу Бакр и Умар. ويثلث أهل السنة بعثمان بن عفان ويربعون بعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. И говорят أهل السنة والجماعة, то, что третьим является Усман ибн Аффан, и четвертым в своем достоинстве является Али ибн Аби Талиб. Али ибн Аби Талиб. То есть, шейх говорит, то, что ученые единогласны в том, что лучший человек в этой общине это Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. И лучший человек лучше. Затем после него идет Абу Бакр. Затем после него идет Умар. И в этом ученые единогласны, нет разногласий. Однако, говорят, затем идет Усман, затем идет Али. И вот в этом первое поколение начало разногласие. Кто лучше своим достоинством, Али или Усман? Вначале было такое разногласие, однако, как говорит шейх Ислам ибн Таймия в своей книге «Аль-Васатия», говорит: «Сумма стакарра амру ахли суннати валь джамаа аля тавдили Усмани аля аль-Али». Однако затем устоялось у ахли сунна валь джамаа так положение, то что Усман больше своим достоинством или лучше, чем Али, ради Аллаху анху. То есть сейчас известно во всех книгах Ахли Сунна, если вы будете смотреть, и как это автор сказал, то, что третьим идет Усман ибн Аффан, а четвертым идет Али ибн Аби Талиб. Однако это то, что касается достоинства. То есть разногласие было в достоинстве. Кто лучше, Усман или Али, в достоинстве. Однако, что касается правления хиляфа, то в этом нет никаких разногласий. То, что Усман больше был достоин правления, чем Али. Понятно? В их положении у Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Однако относительно того, кто достоин правления, то нету в этом хиляфа. В этом все ученые единогласны, то, что Усман больше достоин правления, чем Али. И поэтому имам Ахмад говорит: «Ман лам юрабба би Али фил хиляфа, фахуа адаллю мин химари ахли». Говорит, тот, кто не говорит то, что Али является четвертым в хиляфе, то есть в правлении, после Усмана идет, то он заблудился больше, чем осел из его... Короче, больше заблужден, чем осел. То есть в этом ученые единогласны. Я прошу Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, чтобы он даровал нам любовь к сподвижникам пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, и судный день воскресил нас вместе с ними. Ва илляхуна ва салли Аллаху ва саллям аля набиина Мухаммад ва алихи ва сахбихи аджмаин.